Даша уехала искать пропавшего друга. Ты же знаешь, мы с Олегом еще со школы друзья. Не волнуйся, я скоро вернусь. Поезд номер 47 отправляется через 3 минуты. Молодой человек, чай брать будете? Лузгин. Вам стоит вернуться домой, Лузгин. Через полчаса. Да, спасибо. Я давно заметил, что города чем-то похожи на реки. Потоки людей бегут по каналам улиц, как воды в тесных руслах. Жизнь не стоит на месте, все куда-то стремится, торопится. И только когда из реки уходит жизнь, воды перестают циркулировать, и река начинает мельчать. Посольск мельчал. Похоже, это единственное. Добрый вечер. Кажется, не часто у вас гости бывают. Нет. А что? Да сам я отсюда. Родители в Москву переехали, пока еще пацаном в школе учился. Ну? А какими судьбами к нам занесло? Поохотиться приехал. Говорят, охота у вас хорошая. Врут люди. Никакая охота в последнее время. Уходит зверь. Вот на голубых озерах. Ой, вообще грязь. Тут ружья у тебя не видно, охотник. Добра, витающий. Ты любей стрелять собрался. Журналы из орехографии, тут в интернете. Загрянулся вообще на их... Разве что собаки бродячие. Вот что, за что. Вот эти фильмы озверели в последнее время. Кстати, документики ваши можно посмотреть? Да, конечно. Журналист, значит. И на кого охотиться собрался? Уж не в Голливуд приехал, звезд не держит. Ты мне даже скидки написал польский устав, а тут еще друг ваши края занесло, и уже 3 недели ни сном, ни духом. И телефон не отвечает. Вот осмотреться приехал. Может, сказать по-русски, а вы чем написали? Молчит неудивительно, места у нас глухие. Со, я щегу. А про друга твоего я тебе вот что посоветую. Езжай в гостиницу, выспись как следует, поешь, выпей, и завтра обратно в свою столицу. Думаешь, ты первый, а нам потом только работы прибавляется. И так всем отделам 3 неделю выспаться не можем. Это по правам Загирка, добро. Не, само тут подпевать еще не. Колейное какие-то глупые питания. А что происходит-то? Co tam ma być? Co to jest? Nika? Co to do cholery jest? Jeszcze? Nie. W gościach rozkażą. Co to jest za giera? Jezus. Найду как-нибудь. До темноты главное успей. У тебя хоть оружие есть? Я перница. Не держим. Мы люди честные, бояться нам некого. А вот это ты знаешь. Всегда есть кого. По-русски гера, знову, не, ну, курда, массакра. Ладно, бог в помощь.
Ja-то mam szczęście, ty gier jak cholera, dobra. Ja z nami, dobra, okej. Szczęście do gier, dobra. Masz też pierdzielić. Jak jest po mi? Co tu jest? Aha. A ja zapisuję się, tak? To co to jest? Nic. To? Gdzie coś tam? Aha, więcej nie można. Dobra, to tak. Co to jest to? Nie wiem co. Aha, jasność, dobra, to jest jasność. Już taką ciemną grę. Taki był klimacik, o! Taka ciemna. Dobra. Jakieś gówno wyskoczy, to będzie takie ciemne. Gówno, dobra. Co tam dalej? Gdzie jest zmiana języka? Nie ma? To było to. To. To jest co? Aha. Super, czyli jest po rusku, dobra. Okej. Okay. Chodzi jakoś mogę w tej grze. Jak mam się tu poruszać? Странно, что еще никто не растащил казенное добро. Tu przyszłam tędy, da? Куда подевались рабочие? Jezu, po rusku gra. Тишина. Tam co? Похоже, там никого нет. To jak mam tu iść? Tu drzwi jakieś? Z jakimś medykiem jest, jakąś torbę medyczną nosi ze sobą. Ale ja wieki nie. Во многих городах самая оживленная часть. Отъезжающие, приезжающие, бабушки с семечками, беляшами. Воры, милиционеры, попрошайки, конечно же, таксисты. Но в этом случае Посольск являлся большим исключением. Вокзал был мертв. Ага. Театр. С тем погадать, так что укажем, нет, это есть. Шеф, ты гостиницы сколько возьмешь? А пешком идти, я сломан. Может, помочь чем? Что сломалось? Видать, что-то с проводкой. Скорее всего, предохранитель. А под рукой хоть бы проволочка была. О новом предохранителе и говорить нечего. И вообще его чини, не чини, один хрен завтра-послезавтра развалится. Слушай, а если я тебе сделаю предохранитель? До гостиницы бесплатно подбросишь? Да не вопрос, только хрен ты чем мне сможешь помочь. Там ты сидел. То за. Шестерка. Явно не новая. То где он дарай? Опрокинутая урна. Давно не работает. Ага. Ага, конечно. Где данный? Я ведь по делу сюда приехал. Человек здесь пропал. Может, подскажешь, к кому обратиться? А что тут думать? К ментам иди. Только они навряд ли тебе чего сейчас скажут. У самих работы по горло. Не до тебя им будет. Ты не один такой. Две недели назад целая семья пропала. Три человека. А квартиру уже обыскивали? Нашел, что спросил. Менты там все вверх дном перевернули. Только все одно ничего не нашли. Сгинули, будто их и не было никогда. Куда все пропадают? Да разных говорят. Про бешеных собак уже слышал? Очень слышала. Не похоже на бешеных собак.
Какие собаки? Собаки! Менты все прошлое лето их отстреливали. Как бы они вроде людей грызли. Ну, отстреляли. А этим летом та же хрень. Бешеные собаки. Ага. Так мы им и поверили. Не знаю, что там у вас в Москве на этот счет говорят. А ничего не говорят. Люди кусаться начинают. Белочка, что ли? Водки дешевые опились. Не веришь, да? А я сам парочку видел. Рожи белые. Пасть в кровище. Глаза выпучены. А может, ты правильно, что не веришь? Сам до сих пор поверить не могу, что видел. Может быть, поможешь с машиной? Ха, а я тебя довезу, куда скажешь. Что это вы здесь про ночь да про ночь? Хулиганы? Какие хулиганы? Хуже? Все люди пропали после захода солнца. Что нужно делать? Найди какой-нибудь провод, зачисти и принеси мне. А дальше уже я сам справлюсь. Хорошо. Я там мента видел у кофейного аппарата. Пойду у него спрошу, может быть, он чем-то сможет помочь. Ничего, не вопрос, валяй. Ага. Сейчас особиться где. Настоящая классика. Ты сказал найдешь, значит ищи. Не мужик, что ли? Надпись Street Racing добавляет автомобилю еще минимум 5 лошадиных сил. Не нашел? Я так никуда не поеду. Мне это раз. Не, мам, там раз, а сейчас есть и фары. Тут распукает зона. Ага. Заданный. Я пьерница. Вот собега с их же. О, ты раз слышал. Надо бы забрать вещи мента с собой и передать их милиции. Там разберутся. Тот бы мизаром был. Там точно кто-то есть. Я слышу чье-то дыхание. Толстый слой пыли. Когда здесь последний раз были люди? Что-то не... Что-то запах ленцу награл. Рокфей. Ой-ой-ой, по-русски мне еще в какую-то игру это раз хотел играть, не, ну не знаю. Я только что приехал. Так и специал сделаю, однако, на канале. Добре, будет русский специал. Там. Не, ну не могу. Как мам с того раз выйти? Вес чего-то холодного в руке придал бы мне уверенности в собственных силах. А? Пашпорт. А как это пашпорт из Мондочи? Не выйдет. Ты такая пригодовка есть. Я пердал, а ты мне еще кажи, один раз там сыграл. То есть та, как та. Менху. Ну, а пердал, а ты. Значит, это как Сибирь трохи, не? Двойка. Иди. Ну, коморка и ца. Сам со скомарком зробить. Ближайший поезд будет поздно в вечер. Звониться, мам. Мам, окенко. Вот это паспорт вам дать, да? Показать ту. Паспорт. Ну уж нет, жизнь у меня не кривая. С голыми руками я туда не полезу.